Всем привет! У нас началось второе бабье лето, мне жарко. Я утеплялась, думала, буду мерзнуть. Нет, у нас все замечательно. Единственное, что, по-моему, люди уезжают. Вот прям кардинально видно. Пустовато на улице Горького сейчас. Я в Витязево нахожусь. У меня там радостные новости для тех, кто все-таки еще планирует приехать. Очень сильно снизили цены в нашем гостевом доме. Вот сейчас людей заселяла. Заселили двоих за 600 рублей. То есть, пожалуйста, приезжайте. Номера со всеми удобствами. То есть, вообще, все можно просто теперь дико экономично и комфортно отдохнуть. Витязево недалеко от центра Витязева. Сейчас будет все закрываться, а ну, Гелиос находится очень выгодно в центральной набережной, к жизни, так сказать, ночной, еще оставшейся местами. В общем, если есть пожелания, пишите в комментариях, также звоните, приезжайте, поможем в любом случае, если что, заселиться. Также на длительный срок можно приезжать без проблем, адекватные скидки сделаем, все без проблем будет. В общем, вот такая вот красота. Сзади меня все зеленое, тепло, солнышко пригревает. Ну, береженого Бог бережет, поэтому я утеплилась заранее, а так на самом деле это даже не нужно. Видите, как солнце греет, прям аж это так ласково лучами касается. В общем, всем спасибо за просмотр. Такие вот хорошие новости. Из Витязева сегодня у нас уже 19 сентября. Прям пришло бабье лето, такое теплое и комфортное. Дай Бог, чтобы погода так держалась долго. Все, всем пока-пока.